linda flor. Voy tan cansado de esperar el amor que me trata de engañar y el dolor se aloja en mi piel, siempre en mi piel. Si no estás amor conmigo aquí, solo tú y yo, en mis sueños tú y yo, en mis ojos tú y yo, en mis noches tú y yo, solo tú y yo, en mi mente tú y yo, en mi alma tú y yo, solamente tú y yo, solo tú y yo, en mis sueños tú y yo, en mis ojos tú y yo, en mis noches tú y yo, solo tú y yo, en mi mente tú y yo. Ну что, сегодня у нас в гостях легенда российского танцевания Виктор Анатольевич Никовский. И преподавание. Ну, просто легенда. Да. Вот, мы очень рады, что на самом деле Виктор Анатольевич нашел время для нас. Вот, поэтому ждем, пока многие из вас подпишутся, чтобы не пропустить фееричного появления. Давай, может, попробуем потихонечку? Ну, давай попробуем. А то, возможно, это может затянуться. Давай попробуем так пригласить. О, зрители. Добавить. О, здравствуйте, привет, народ. Виктор Анатольевич, вы на самом деле обладаете всеми способностями. Ты знаешь, ты зря сомневался. Я Валентина, мои, да, технические способности в плане медийности и всяких гаджетов нарастают и становятся все лучше и лучше. Сейчас Лиза говорит, но ты подключился? Я говорю, меня сами подключат. Нет, ты должен что-то нажать. Я подхожу, гляжу, здесь надо нажать, действительно. Нормально. Нормально. Все нормально. Мы вас очень рады видеть, слышать. Для нас это огромная честь, безусловно. А спасибо для меня вам. Такая радость всех увидеть. Виктор Анатольевич, я думаю, что мы начнем наш разговор с истоков, с ваших истоков. Вот. Я на самом деле был удивлен, что вы достаточно поздно, ну, по современным меркам, начали танцевать, 14 лет. Неправда, Жень, неправда, врут. Врут? Ты, наверное, в каких-то сетях читал, да? Ну, естественно. Что есть, да, что есть в интернете. Вот поэтому я не люблю быть медийной фигурой, потому что очень часто сети все как-то по-странному. Так, Виктор Анатольевич, давайте перепишем. Мы перепишем эту историю. Да ладно. Без проблем. После сегодняшнего эфира, я уверен... Обновим страницу Википедии, отдай. Хорошо. Ну, давайте тогда рассказывайте. Не в 14, а... История, на самом деле, интересная, наверное, как у всех, да? Все же, наверное, в танцы попали случайно. Наверное, ну, кто-то потому, что мама, папа захотели, а кто-то по чистой случайности. Мне было 12 лет, я учился в 6 классе. Сами понимаете, в этом возрасте, да, дети уже становятся не детьми, их привлекают девочки, там, но самому как-то сложно. А вот когда у тебя друг есть, на год старше тебя, и он такой ловелас, звонит как-то он мне и говорит: «Вить, у меня есть девчонка, вот очень меня любит, и я ее тоже, в 12 лет, ему 13, вот». У нее есть подруга, она меня приглашает на танцы. Но она не пойдет, если вот эта подруга не пойдет. А подруга не пойдет, если какой-нибудь парень не пойдет. Ну и, короче, в 12 лет я говорю: ладно, хорошо, ради тебя сделаю все. И что ты думаешь, я как сейчас помню свой первый день, когда я появился в Доме пионеров города Москвы, Тимирязевского района. Был зимний вечер, февраль.
После школы мы поехали на автобусе, где-то полчаса езды. Замерзли все, пока дошли от остановки. Заходим в дом пионеров. А это был такой старый особняк купеческий. Красивый-красивый. И вот мы заходим, и с лестницы спускается женщина. Вы должны только представить. В блузке коричневой, вот с таким вырезом. В очках вот такого цвета. Осиная талия. Юбка карандашом. На шпильках и с сигаретой. И спускается вниз и говорит: ну что, дети, вы пришли на танцы? И тут все. Вот в этот момент для меня вопрос с танцами был решен. Однозначно. То есть я с первого взгляда влюбился в эту женщину. Да? Но тогда мне было 12, а ей, наверное, где-то года 24, я так понимаю. И с нами в этот момент, потому что это был большой-большой такой, знаете, как его, набор, пришел народ, и была одна толстая-толстая девочка, вот с таким широким-широким носом. И она стоит прямо рядом со мной. Я смотрю на эту женщину, она нам начинает объяснять о том, как танцевать, что она очень рада. И в этот момент вы представляете, что да, я начал зимний февральский вечер. И вдруг у этой девочки из носа начинает вот такой валдырь вылетать. И где-то, ну, секунды две он раздувался. И потом прям лопается. Вот эти вот два ощущения для меня были, наверное, самые первые в момент, когда я познакомился с Татьяной Григорьевной Прозоровой, если вы знаете, да? Это был мой первый педагог. И вот с этими ребятами. Вот. Ну, что сказать. Из всего состава, который потом из нашей школы пришел, остался я один. Вот так вот я попал в 12 лет. А в 13 я уже знал точно, что я буду танцевать всю свою жизнь. Все. Вот так вот я пришел в танцы. Виктор Анатольевич, вот я думаю, что историю вообще хотелось бы немножко поговорить о, ну, наверное, вашем первом клубе, серьезном, клуб 726, под руководством Петра и Аллы Чеботарёвых, вот, потому как, ну, на самом деле, я примерно догадывался, но немножко так почитав в соцсети, вот, на самом деле удивился, потому как в разные годы в клубе 726 и далее через 10 лет уже ритм, вот, танцевали, в принципе, те люди, которые сейчас и создают все наше российское танцевание. Вот, это Александр Мельников, Ирина Соломатина, Виктор Никовский, Лариса Давыдова, Илья Данилов, Татьяна Рыбалко, Андреина Наумова, Сергей Рютен, тогда еще с Натальей Шаломиенко. Вот. Не слышу. Жень, пропал. Ясно, слышно. Да, сори. Я просто, с вашего позволения, чуть почитаю список, потому как... Это того стоит. Да, это того стоит. Алексей Почаев и Наталья Кочергина. Поправьте меня. Кочергина или Кочергина? Да, Кочергина. Кочергина. Ольга Амельченко, Егор Вышегородцев, Евгений Антонов. Так, ого, да-да-да, там, ну и дальше пошли Марат Гимаев и Анна Аксингоид, Владислав Бородинов и Ирина Гарус, Дмитрий Демидов и Олеся Борисова, Александр Лебедев, Алексеяна Колодкина, Сергей Волков и Наталья Кулагина, Дмитрий и Анастасия Титкова, Юра Нездоминога. Нам эфира не хватит, чтобы все прочитать. Да. Но это же
Это же фантастика. Да. Это фантастика. Это был один из самых крутых клубов в то время. Вот. Но я не могу не отметить, что вот ты сказал, что это был один из самых серьезных, да, клубов, то есть следующий. Но после Татьяны Григорьевны Прозоровой у меня еще были педагоги Владимир Андрюкин и Ольга Андрюкина. Вот. В то время. И где-то года 2-3 я потанцевал там. А потом из-за того, что у нас, вот, знаешь, человеческие отношения с женщинами, да, как всегда, я влюбился в другую партнершу, и мне надо было уже каким-то образом решать вопрос, куда переходить. А Володя Андрюкин сказал, что нет, ты должен оставаться с этой девочкой. Ее звали Елена Щекина. Вот. Но чувства победили, и я ушел, и встал с Ольгой Стеценко, и Петя вот взял нас в клуб. Но я уже ушел. Вот с первой партнершей я уже был, наверное, где-то в финале чемпионата Советского Союза по латине, когда мне было там лет 20, наверное, может, 18. А в 16-15 я танцевал со взрослыми. Да? То есть не было такой категории, которой вот детской, которой я мог танцевать. Вот. Поэтому у меня взросление пришло намного раньше, чем у всех остальных. Так же, как, наверное, у Егора Вышегородцева, потому что он в этот момент вообще был еще клоп. Вот, но рос всегда, среди взрослых пар, и поэтому и танец развивался очень хорошо, но учитывая еще и его талант, конечно. Вот. И на тот момент Петин клуб был самый-самый-самый-самый вот серьезный. Да, о, я это да, видел эту фотографию. Видел. Обалдеть. Обалдеть. Но вот здесь я еще танцевал у Прозоровой. Здесь меня еще в клубе не было. Это я просто танцевал какой-то турнир у Пети в школе. Тогда же турниры в школе были. Или в домах пионеров. Вот. А вот расскажите тоже потом, поподробнее, пожалуйста. Ой, там, если рассказывать, я говорю, целую книгу можно написать. Так вот. Не задумывались? Задумывался, потому что на самом деле одна история о том, как я бегал от армии, она стоит того, поверь. Тогда вот. Мы будем ждать книгу. Так вот, у Пети единственный клуб в Советском Союзе, когда все республики были вместе, и чемпионат Советского Союза проходил в Москве, из 7 пар в финале 6 пар из клуба были в чемпионате Советского Союза по латиноамериканским танцам, и только одна прибалтийская. Можете представить, что насколько он сильный был. Но самое интересное, что таких индивидуальных уроков, как сейчас, ни у кого не было. Все развивались сами по пленкам. И все вот дышали друг другу в спину, и конкуренция как раз вот развивала качество и желание победить. На самом деле атмосфера была шикарная. Вот так вот я и попал. Клуб, я могу сказать, что дал очень много не только мне, но и всем ребятам, которые вышли. И, как вы сами видите, то есть, ну, действительно прочитал, что многие из них в этой стезе остались и достигли больших успехов не только в танцах, но уже на определенных других уровнях, да, каких-то руководящих или каких-то там тренерских разных. Но воспитание, оно того стоило. Алла и Петя были молодцы. То есть все время была демократическая система, но при этом собственный пример и уважение к педагогу давали нам желание быть с ними и развиваться еще лучше для того, чтобы они нами гордились. Вот так вот было. Сейчас этот вопрос звучит немножко по-другому, да, кого кто-то копировал там и так далее. Но, в принципе, мы и так все, нынче, раньше росли на видеокассетах, потом на DVD, сейчас на Ютубе. Мы росли не на видеокассетах, мы росли на кинопленках. 16 миллиметров кинопленка без звука. Понимаешь, никаких без звука. Но вы тогда знали, что все танцуют музыку. А мы считали, мы, конечно. Тогда-то мы и научились слушать музыку и считать ее хотя бы. Понимаешь, потому что это было невозможно по-другому.
А какие, если не секрет, вы тогда пленки смотрели? Кто был на них? Какие танцоры? Вы помните? Я помню, конечно. Алан Хейзел Флетчер. Донни Бёрнс. Ханс Гальке. Но тогда он был еще любителем. И я сейчас, когда с Хансом сижу, разговариваю. Слушай, Ханс, я тогда смотрел на тебя, и мне совсем не нравилось то, что ты делаешь. У тебя был желтый комбинезон вот с такими клешами внизу, такой блестящий. И у тебя здесь на боках все время вот эти колбаски висели. И мне эти колбаски не нравились. Он говорит, да, была такая мода. Вот. А потом Донни Бёрнс, Дэвид Сикамор, Денис Виверс, Адель Престон. Американцев очень много было, потому что в тот момент очень много Денис Трембле, она танцевала с ним, до сих пор помню. Вот. И все время брали вот какие-то куски, приезжали к Татьяне Григорьевне домой Прозоровой, это еще тогда было. Она нам показывала, сажала нас на кухне, включала кинопроектор, на полчаса оставляла и говорила, вот эти вот кусочки выучите, а потом мне покажете. И вот мы по 10 раз этот проектор крутим туда-сюда, чтобы каким-то образом просчитать эти шаги или запомнить эти движения. И тогда вот сжигались вот эти пленки, потому что долго туда-сюда. Мы опять их склеивали по кадрам и опять проматывали. И вот тогда у меня появилась тяга, потому что мне все время нравилось, как, допустим, тот же Майкл Стиллианос ползает на коленях, как Флетчер крутится на коленях. То есть я и задрал себе все колени просто в хлам. Но я в Пасадопле делал такие вещи. Потом уже колени привыкли, конечно, но нам же технику никто не рассказывал. Мы же со всей дури все делали, понимаете? Поэтому вот додумывали все сами. Но я благодарен судьбе, потому что мы научились развиваться сами. Нам помогали, конечно, но в целом это то, что вот то, что производили через копии, потому что, ну, что же мы делали? Копировали, конечно. Но мы добавляли что-то свое, потому что не знали, как это делать правильно. И поэтому оно все равно шло через призму нашего восприятия, то есть собственного. Никто нам не навязывал свою идею. И только когда там показываешь Пете с Аллочкой, они говорят, о, вот это круто, вот здесь нет, здесь надо еще что-то. Но вот таких вот моментов, как сейчас, как педагог разжевывает все, не было. Был энтузиазм. Ну вот это вот интересный факт, потому что я уверен, что у многих, многим бы хотелось бы вообще услышать, да, вот как это было раньше и как сейчас. И я думаю, что мы можем только вот из разговора с такими людьми, как вы, примерно себе представить, как это было раньше и постараться это как-то воспроизводить в наше время. А вы... Я старый. Что вы можете только по моим воспоминаниям это понять. Виктор Анатольевич. Да. У меня родители 63-го года. Ой, и я тоже. Ты вот. Мог быть моим сыном. Я слышал, у вас большой дом, усыновите меня. У тебя все в порядке, ты не нуждаешься в усыновлении. Виктор Анатольевич, а вы не знаете, откуда произошло название 726 клуба? Насколько я помню, это был 77-й год, второй месяц февраль и 6 пар, которые организовали этот клуб. Вот, да. А теперь, собственно, перейдем к русскому клубу уже, к знаменитому русскому клубу. Вот, ну, во-первых, откуда появилось название «Русский клуб»? Вот. Это тоже история. Все, что связано, это тоже такая прикольная история. Сначала чуть-чуть, как русский клуб появился. Постараюсь быстро. В то время мы с Ларисой работали у Царства ему небесного Владимира Васильевича Балашова в его клубе, потому что тогда, когда танцуешь активно, очень сложно иметь свой клуб, но оказалось, что возможно, потому что у нас возникли определенные недопонимания,
Вот. И мы решили, что все, мы, наверное, будем организовывать свой клуб. А вы тогда были любителями? Что? Вы тогда любителями были? Да, еще любителями. Да. Еще любителями. Любителями. И когда мы работали у Балашова, вот в тот момент как раз там на группах были вот такие еще, 11-летние, там, 12-летние. Это был Влад Павлов со Светой Поляниной. Это был Сурок. Он вообще был тогда еще просто вообще мелочь-мелочь. Вот. Серега Рюпин, потому что, но он уже был не мелкий, просто в то время, когда в 726 были, Петя всегда прикреплял какие-то новые пары к тем, которые зубры, чтобы они их как бы, ну, вели потихонечку там, обучали и все. И так получилось, что Серега был со мной. Вот, и когда мы уже у Балашова работали, то есть мы работали с Сергеем и с Наташей, и когда уже уходили от Балашова, вот с нами как раз и ушел Серега, Влад, значит, Сурок, еще Сашка Березин тогда танцевал, мелкий совсем был, но от Балашова он не ушел. Мне было жалко, потому что был такой талантливый тогда парень. Но он и сейчас талантливый, просто я вот сейчас вспоминаю эти моменты. Короче, с нами было 5 пар. 5 пар. И Олег Олегович Панин, наш знаменитый директор, вдохновитель вот всех идей. У всех у вас есть тоже директора, да? Которые вот помогают вам организации всего этого. Да. Вот. Сняли зал в школе. И так как мы танцевали, я сказал ребятам, вот у нас 5 пар, и я больше не хочу. Нам больше пар не нужно. Давайте сделаем клуб закрытым. И сделаем так. Если вы кого-то с собой привозите после того, как разошлись, то тогда вам необходимо будет тому человеку, которого вы привели, сказать, чтобы он ушел, когда вы опять с ним разойдетесь. Договорились. 5 пар танцевали где-то в течение года, и это было классно, потому что мы часто ездили, а когда приезжали, привозили новую информацию и начинали вышагивать румба-вок по кругу, и вот вся вот эта толпа за нами. Назад, вперед, крузада в самбе. Вот было приятно. Они как, знаешь, гусята за гусем идут. Знаешь, вот так вот. Ничего не понимают, но когда объясняешь, и все старательно делали так же, как мы. Вот. Через год кто-то начал уже расходиться. И когда человек расходится, приходит следующий. Ты его берешь, работая с ним год, ты уже привыкаешь, ты уже не можешь сказать ему потом нет. И вот где-то потихонечку, после того, как вот уже один, другой, третий, он как в геометрической прогрессии нас начал расти, но все равно мы пытались сделать его закрытым, то есть не открытым. И единственное, что тогда мы сделали классно, у нас были открытые практики раз в неделю. И у нас, мы же в Симле ездили, а у меня была тогда идея фикс, организовать клуб и сделать его самым лучшим вообще. То есть у меня энтузиазма было. Но если сказать, вот в то время, когда я работал где-то до 12, до часу ночи с парами, потому что их было много, и надо было всем дать. Ну и самым крутым все время в конце давал. Вот. И когда клуб разросся, вот этот вот стал практичный вечер один, да, практик. Ты не представляешь, у нас атмосфера была не хуже, чем в Симле. У нас было по 10, по 15 заходов. Со всей Москвы народ приезжал. И все самые крутые танцевали на этой практике. Но мне посчастливилось один раз быть. У каждого было свое место в клубе, и никого чужого он туда не пускал. У нас с Ларисой было одно место, у Влада другое, у Серега другое. Те, кто новенькие, если попадали под раздачу, было тяжело. Но в результате получилось, и я горд тем, что с Ларисой у нас получился вот этот клуб. Он хороший получился, дитятка такой, родной. Ну так. Да. А вот все-таки название «Русский клуб» откуда? А. Спасибо. Склероз, ты видишь, старею. Я уверен, что там истории куча. В начале того, как клуб организовался, был конкурс у «Сиверс» в Нижнем Новгороде, у Юрия и Татьяны. Ну и мы поехали, и Рюпин поехал с нами, и Коля Клюшин еще тогда.
Конечно, Коля Клюшин – это неотъемлемая часть нашего клуба. Вот. И когда мы приехали в Нижний Новгород, мы пошли покушать в ресторан, пообедать. И зашли на какой-то корабль. Сидим на корабле, и я сижу не к реке, а лицом на берег. А там на берегу еще один ресторан. И большая вывеска на нем – «Русский клуб». Я говорю, вот она, то, что нам нужно. Вот это будет наше название. Ты не представляешь, потом Валерий Михайлович Гулаев сколько раз претензий предъявлял в начале. Да? Как это так? Это что такое? У вас что, не русские не могут быть? Я говорю, да у нас русских нет, у нас все не русские в клубе. Название просто нравится. Вот и все. Вот оттуда пошло. Ну, мне кажется, название под стать вашим амбициям тогда, ну, а потом уже, собственно, и масштабу. Да, и еще моему, знаешь, не только, наверное, амбициям, а вот сейчас не побоюсь этого слова, патриотизму. А вы знаешь, патриот? Как в анекдоте, какая бы родина наша ни была, но это наша родинка, сынок, да? То есть мы должны ее любить. Вот был момент, когда мы с Лизой хотели уехать в Америку, да? И все уже было готово. Документы были готовы, школа там была готова, приглашали, хотели, чтобы вот работали там. В последний момент, когда уже нужно было все документы отдать лоерам, я сказал, нет, не могу, не для меня. И остался здесь. Слава богу, что вы остались. Ну, да уж не знаю, вот теперь, смотри. Мы. Для нас точно, слава богу. На карантине. А то мы бы вас потеряли. Ужас. Не потеряли бы, поверь. Я бы все равно понял, что там не мое. Вот так вот. Виктор Анатольевич, ну теперь хотелось бы... давайте, наверное, продолжим про русский клуб. Ну, раз уж мы начали. Понятное дело, что у вас очень много историй вот из этого. И я, кстати, с Ильей Боровским как раз разговаривал, немножко поспрашивал, может быть, какие-то истории, курьезные моменты и так далее. Вот. И мы знаем, что всем в русском клубе давали клички. Сурков у нас кто был? Я сейчас не скажу, уже забыл. А вы не помните? Нет, я помню, что Боровский был олень, это точно помню. Это младший. Андрюха Бущик был тормоз. Влад просто был Владом. Влад, вот он был всегда Владом. Вот Сурок, он же, не помню сейчас, Жень. Не помню. Я его все время верблюжонком знал, потому что он для меня, у него губки такие были все время вот такие, вытянутые. И сбоку он похож все время был на верблюжонка маленького. Вот. Но мне, знаешь, что понравился? Если про Сережку Суркову говорить, я ему уже говорил. Когда был Полтос, я собрал всех ребят из русского клуба, да, мы отмечали вот это 50-летие, и очень долгое время не встречались до этого, потому что я был в другой федерации, а в основном ребята все были уже в WDC. Вот, встретились, погуляли очень хорошо, и был Сережка Павлов у нас такой, вот, и он тост поднял. А теперь я хочу выпить за того парня, который бегал нам за пивом, а теперь он звезда мирового танцевания. И вот тогда все рухнули. Но Сурочек был тогда действительно самый маленький, самый этот самый. Но круто было. Круто было. Ну, я уверен, что... Клички были у всех, потому что Батхит у кого-то было, там Литвинов был, по-моему, Игоряха, который сейчас в Америке. Да. Но много. А меня звали Бугорок. Вот как. Наш Бугорок. Я как раз таки хотел спросить, какая у вас была? Ну, они за спиной звали Бугорок.
Потому что я всегда типа бугор бугрища, а за спиной говорит наш бугорок. А да. Ой. Так, давай, может, немножко назад вернемся по истории, про Англию. Да, вы, Виктор Анатольевич, немножко начали про то, как учились на, по кассетам, по пленкам тогда. А вот в какой момент вы начали выезжать за границу, брать уроки? И знаете, что хотелось бы услышать ваше немножко мнение? Ваше вообще отношение вот к возможности заниматься с педагогами, да, мирового уровня, и также ваше отношение к турнирам, к составу и так далее. Как это вообще все происходило? Просто интересно. Это происходило интересно, Жень. Очень. Но взять хотя бы один факт, что выезжать мы стали очень поздно. Мне было, наверное, лет 26-27, когда первый раз стали выезжать. И тогда выезжали еще до 26, мы выезжали только в соцстраны. Знаете, еще помните, что это такое? Да? Тогда был, да. Тогда было много турниров в Берлине, в Чехословакии, в Литве. Нам казалось, что это просто за граница, да? Вот. И тогда, когда выезжали в соцстраны, тогда уже мы понимали, у нас были первопроходцы, значит, Серега Числов и Саша Мельников. Когда они говорили... Вот это, по-моему, ваша первая командная встреча. Это уже после, это что? Это уже западный. Это что? Это уже далеко потом. Это когда мы первый раз, знаешь, у нас была командная встреча в Манхайме на Джо Монопо. Да, это был Германия, да. Организовал, да. Это было вообще шедеврально. Ты что? Нам все оплатили. Мы жили в казармах. Шикарно было. Ели то, что привезли с собой. Жили там по 5 человек. Готовили... Романтика! Ух! Это было шедеврально, понимаешь? Без трудностей нету радости, когда ты получаешь бонус за то, что ты делал. Когда тебе все легко, тебе кажется, цена этого легко очень маленькая. Понимаешь, ты это не ценишь. Так вот, и когда мы приехали, значит, на эти социалистические, значит, всякие турниры, мы уже знали, что самое главное не турнир. Турнир потанцевать клёво. Но самое важное, что после турнира посиделки в номерах. И самое важное, это тебя напоить иностранцев, а потом спрашивать их про основной ход румба и ча-ча-ча. И тогда тебя выкладывают. И вот тогда вот сидели вот в каком-нибудь номере все, и потом спрашивали, а вот это вот как вы делаете, а вот это. И вот так вот потихонечку. Когда первый раз в Англию поехал, это было, конечно, вообще... Это был какой год? Да я не скажу, я в годах не силен. Я знаю, что это было после того, как я уже ездил в Германию и там занимался с германскими педагогами. То есть был такой Рольф Визенфельд, да, в Мюнхене. Вот я жил у фрау Мосс. Это женщина, которая фотографировала, такая, помнишь, толстенькая? Ну, не знаю, не помните, наверное. Много фотографий танцевальных делала. Я работал у нее в школе, носил всякие кровати в подвал, наверх, там, на пятый этаж, там за мебель отвечал. Короче, был грузчиком. И после этого садились на велосипеды и ехали вот где-то около часа-полутора, потому что денег не было на автобус, на транспорт. И вот на велосипеде добегаешь до зала, вбегаешь, у тебя ноги трясутся, на урок счастливый, готовый, прибегаешь. И так вот на недельку мы ездили туда. А потом, когда уже начали неплохо танцевать, начали нас приглашать на турниры, появились какие-то денежки, да? И вот эти... Это уже с Ларисой было? Это уже с Ларисой было? Конечно, да. Вот, и потом мы эти денежки копили и отдавали, все ездили в Англию для того, чтобы вот учиться. И очень важно. Первый урок у нас получился случайный.
Вообще, самый первый урок с англичанином, это был Стилианос. Тогда у него была еще напротив Симли старая школа. Вот. И мы пришли на урок. Ну, что хотите? Я еще не Бенни Мэ, у нас переводчик был тогда. Вот. Я говорю, ну вот румбу. Говорит, ну давай. И вот мы волнуемся, румбу танцуем. И в одном месте Лариса все время падает и падает. И я ее не поддерживаю. Он говорит, о, круто. Вот здесь вот идея клевая. Вот давай, пускай она падает. Проноси ее за ногу вот так в ласточки и кидай. Вот так вот первые уроки со Стилианосом были. Потом мы с Ниной Хан занимались. Вот. А там занимались по-другому. Чашечка кофе перед. Потом как дела. Потом, ну давай, Виктор. А там зал был маленький-маленький, посередине четыре столба. Ну давай. Ты должен на больших английских турнирах, потому что много пар, уметь менять направление. И вот в полную силу все пять танцев без остановок. Я должен не врезаться ни в один столб и не потерять динамику. И вот так мы занимались. Занятие 10. После этого я подумал, блин, ну как же так? Неужели вот это так важно для того, чтобы мне... Это знаешь, когда я понял, что это важно? Когда я своих пар учу, а они когда двигаются, не видят. То есть не могут не обойти, не поменять вовремя направление. То есть они просто вот либо останавливаются, либо врезаются. Это было еще тогда, когда вот первый русский клуб. Тогда я понял, блин, нет, не зря. Важный момент. Вот, потом у нас... Но на самом деле мне повезло. Я практически со всеми самыми лучшими педагогами мира занимался. У меня был момент, когда я был с Рудом. У меня был момент, когда я был с Эспеном. У меня был момент, ну, и с Флетчерами. У меня был момент, и остался практически до конца, это Питер Максвелл. То есть педагоги у меня были очень хорошие. Я просто благодарен судьбе, что вот свело. И к каждому педагогу я относился, ты говоришь, отношения. Трепетное, желающее, голодное и отрабатывающее то, что они дают после того на 100%. Вот. А конкурсы? Конкурсы я все любил. Любые конкурсы я просто вот... 2 недели, 3 недели без конкурсов я уже чахну. Все, мне нужно. Были моменты, когда их было очень много, да, и мне нужен был перерыв хотя бы месяц для того, чтобы вот рекавери сделать, да, вот. Но в основном очень мне нравилось танцевать. Да, чувак, какому танцору не нравится танцевать на конкурсе, ты мне скажи. Любой. Ну, это да. И если говорить о речи там политические, неполитические, для нас тогда не было никаких. Я помню, когда первый раз мы с Ларисой вообще на первый наш зарубежный турнир выехали вместо Пети Чеботарева, да, он потому что нам подарил эту поездку, потому что у него горе случилось, вот, бабушка умерла у Аллочки. И он говорит, вот в Червью. А Червья тогда была ого-го. Все самые крутые педагоги и звезды были там. И я тогда приехал с рыжими волосами туда, потому что за ночь до этого краски не было. А ту, которую мы достали по блату, она оказалась не черная, а рыжая, а красная. И когда Лариса открыла мои красные волосы, я чуть не заплакала, а она полночи смеялась, плакала от смеха. Вот. И единственное, что спасло, это хна. Хной опять натерли, и я оказался рыжим. И вот рыжий такой, я поехал в Италию. Вот. Приехал в Италию, а мне пофигу, я никого не знаю. И я понимаю, что я здесь должен быть первый. А пар было за 300 где-то так. Вот. Идем и идем из тура в тур. Идем и идем. Попадаем в финал. И только в финале люди поняли, когда называют, что Русия, и пошла. До сих пор помню номер. Чем-то Трентотто. До сих пор не знаю, как это переводится, но вот номер... 138. Да, чем-то Трентотто. Вот такой вот номер у меня был. И я выхожу в финал, у меня со мной танцует Брайан Ватсон с Клавдией Леони, со мной танцует Пол Килик, со мной танцует Луи Ван Амстель, со мной танцует, не помню, ну, короче, весь финал Блэкпула, да? Ну, вот пятая пара и шестой там было, ну, считай, те, кто в полуфинале Блэкпула, они были все в полуфинале вот этого турнира. И я тут попадаю в финал.
Ты не представляешь, как я расстроился. С намерением выиграть. А? С намерением выиграть. С намерением выиграть. И мне было пофигу, кто рядом со мной танцует, потому что я не знал. Я не знал, кто они, я не знал, как они танцуют, я не знал, какой у них рейтинг. Понимаешь? Но я знал, что я хорош. Вот и все. И в результате я очень расстроился, потому что был пятым. Понимаешь? И я не мог понять, почему меня здесь не сделали первым. Потому что я же в Советском Союзе первый. Как я могу проиграть здесь? Понимаешь? Ну вот так вот началось мое танцевание. А потом, когда узнал, уже, конечно, понял, почему я стал проигрывать. Вот. Не хватало мне технических моментов. Не хватало. Не все иностранцы рассказали, да, еще? Да, не все. Но тогда я еще практически ни с кем не занимался из иностранцев. Ни с кем. Вот в этот турнир никого у меня не было. Только пленки и Петя Чеботарев. Слушайте, ну это же на самом деле вот тоже очень феноменально, потому как вы сказали, что те люди, которые на то время были даже там в полуфинале Blackpool и того же, остались все равно позади, а вы даже не зная своих соперников и вообще даже не зная финалистов, учитывая, что это тогда уже были любители, вы с намерением выиграть, тогда еще попали в финал, вот, и в принципе, вот, как вы правильно сказали, что вы немножко так затронули эту тему, мы бы ее тоже хотели затронуть, без какой-либо конкретики, но вот вообще ваше мнение к политике, есть ли политика? Есть. Жень, знаем мы все, есть, но... Речь о том, как к ней относиться, понимаешь? Вот это да. Понимаешь, какая у меня тогда была политика? Никакой. 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 То есть никакой ни поддержки, ничего. Вот. Но если ты в определенный момент вот делаешь на 100% то, что ты умеешь, если ты уверен в том, что ты это делаешь, если у тебя эта идея читается и просматривается, и если ты хорош в этом, не нужна политика. Да, может быть, плюс-минус там какое-нибудь будет одно-два места, да? Но в целом тебя все равно увидят и тебя все равно заметят. То есть твоя индивидуальность, твоя харизма, она выше любой политики. Но люди, которые танцуют, рассчитывая на политику и думая при этом, что они хорошие, мне кажется, они врут сами себе. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Может быть, они тем самым просто свое эго пытаются удовлетворить. Но в целости я никогда не понимал родителей, которые платят за своих детей не за то, что они хорошо танцуют, а за то, чтобы получить хороший результат. Никогда не понимал, и я все время говорил, и на самом деле на опыте, на самом скажу, что так и было. Что там, когда они еще только поднимаются с детей, там может решаться что-то вот этим, да, моментом негативным. Но когда ты становишься любителем, и когда ты становишься профессионалом, вот это, наверное, цель, к которой мы идем. Вот это вот, наверное, крыша, которая тебе в результате дает понять, кто ты на самом деле, с каким багажом знаний и с каким телом, богатым этим знанием или нет, ты подошел к этой линии. Если у тебя тело бедное, не думаю, что люди... Чаще всего эти люди в любителях бросают. Чаще всего эти люди, они до профессионалов вообще даже не доходят. Понимаешь? Есть смысл в этом? Не знаю. Если это не на всю жизнь, наверное, есть. А если на всю жизнь, смысла нет вообще. То есть тогда надо, ну, понимать, я хочу вот до этого момента сделать вот так, и все. Вот так и делается. Поэтому к политике я отношусь негативно, крайне. А к таланту отношусь крайне позитивно. Люблю всех с искоркой. Ты вспомни, когда... Блин, я же тебя помню и Сашку помню. Сашка такой резкий все время, такой быстрый все время был. Такой, знаешь, четкий. А ты такой был мясо. Такой мягкий весь, эластичный. Очень мне нравилось, очень. Вас было видно, потому что все равно была индивидуальность. Индивидуальность.
У каждого она должна быть. Вот и все. Да, но я думаю, что лучшего ответа не придумать. И очень нельзя обойти стороной, что именно вы об этом говорите, потому как вы бугорок. Это точно. Я, кстати... Бугорок. Согласен. Виктор Анатольевич, а сколько у вас партнеров было за все время? Ты имел в виду партнерш? Партнерш. Хорошо. Партнеров ни одного. Партнерш было много. Вот. Я вот давай даже не дожидаюсь вашего ответа. Я вас немножко остановлю и скажу, что вы не правы. У вас был партнер. Это Алексей Почаев. О, да. Это 86-й год. 8-й год. Вот. И можно мы все это посмотрим? Давай, поржем. С вашего позволения. Конечно. Элегантности, конечно, маловато, но риска достаточно много. Но вот, Виктор Анатольевич, вы сказали, что тело должно быть богатым. Вот я никогда не переставал удивляться вашим способностям. И как мы видим, даже на этом видео вы очень богаты. На движение. Еще был не настолько. А вот, знаете, вот сейчас многие танцоры занимаются всем, чем угодно, иногда даже всем, кроме танцев. Вот. А вот вы в свое время, чтобы вот себя как-то развивать, вы чем-то еще другим занимались параллельно танцам? Практически нет. У меня была всегда, знаешь, как у лошади шоры. Вот так. У меня была одна цель. Ты даже не представляешь, я не буду в эфире говорить, что я ради этой цели делал. Вот. Но плохого ничего. Плохого ничего. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть скажи. Чуть-чуть. Ну, ломал палец себе на этой руке. Специально, что ли? Он не сгибается. Потому что меня должны были забрать в армию. Ага. Вот, пришел я, значит, а тогда я работал на одном закрытом предприятии. И я прихожу к своему другу туда и говорю: ты можешь мне палец сломать? Потому что мне повестка пришла, и меня должны в армию забрать. Он говорит: нет, ты что, не могу. Я говорю: ну ладно, я тебя налью. А он любитель был выпить. Короче, остаемся после работы. Я вот так вот ставлю палец на подоконник. Он берет вот такой вот молоток, медный такой. Вот. Я говорю: ну давай. Он так начинает размахиваться. Бум! Я смотрю на палец. Он побелел, чел, да, который бил. Я смотрю на палец. Говорю: нет, слабовато, мне нужен открытый перелом, а это закрытый. Я говорю: на стакан еще выпей. А он пьет стаканчик. Я говорю: давай. И тут его уже развезло. И он так бах! У меня кость так. Я говорю: вот теперь правильно.
Я говорю, на шатырек есть? Есть. Я говорю, дай нюхнуть. Он дал мне на шатырь. Вот, я нюхнул и поехал домой. Я думаю, что же я дома-то скажу? У меня бабушка там, моя любимая, которая меня любила просто вообще безумно. Вот. А я так перебинтовал бинтом и поехал. Бабушка встречает: Витенька, что такое? Что случилось, Витюша? Я говорю, бабушка, народу было много в автобусе. Я когда выходили, случайно палец между дверьми засунул, и мне там это самое поломало. Вот так вот. И с помощью этого уже тогда я не пошел в армию и продолжал танцевать, потому что тогда я понимал, если меня заберут в армию, все, танцами будет конец. То есть танцы я не смогу ничего сделать. Вот такая маленькая, небольшая, одна из многих историй, которые у меня есть. Вот все в книге. Но я думаю, что даже... Вы знаете, вот мы любые эфиры делаем, мы, в принципе, хотим познакомиться с такими легендами, как вы, собственно, которые своими даже маленькими историями и немножко частичкой своей жизни примерно открывают нам постепенно глаза на то, как это было, как это должно быть и как это делали великие люди, как вы. Вот. Виктор Анатольевич, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы с Александром из этого эфира вырежем очень много афоризмов. Женя Соловьев нам поможет в этом. Он мастер. Женьке, привет. Перепишем немножко историю, подправим ее. Вот. Вам огромное спасибо. Я думаю, что все зрители были рады вас видеть, и тем более слышать, и тем более те истории, которые нигде уже не найдешь, кроме как из ваших уст. Отлично. Спасибо вам большое, потому что, в принципе, для меня это тоже такой опыт. Вот, я все время смотрел эти интервью, но я их никогда не досматривал до конца. Я так открою, и мне всегда казалось, что человек, который дает интервью, он чувствует себя должен как голый, знаешь, перед всеми. Как голая правда, да? Вот. На самом деле прикольно. Молодцы, что это делаете. Спасибо за приглашение. Прикольно. Спасибо. Все, вам большое. Да. Спасибо. Спасибо, Виктор Анатольевич. Жек, как выходить-то? Выходить как? Я же технически не подготовлю. А мы вас выключим. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Пока, ребята, пока, здоровья. До свидания. Пока. До свидания. Ну что, дорогие зрители. Это было мощно. Правдиво. На самом деле, очень круто. Вот на самом деле, Санек, вот много очень было сказано. Я уже насчитал, наверное, штук 7 цитат. Да. Да. И я думаю, что очень поучительный, и все захотят это сохранить и использовать это как путеводитель в жизнь гениального танцора, как Виктор Анатольевич Никовский. Всего доброго, увидимся послезавтра. В гостях у нас будет Егор Вышегородцев и Наталья Петрова. Это была передача «Ребров Данс». И с вами в эфире был Александр Ребров и Евгений Смагин. Все, пока. Пока. Доброго всем вечера. Сидим дома до 12 мая и дальше обещаемся. Я надеюсь, вы попадете все в первую волну отменения санкций и пойдете на работу. Но по мне, я посидел бы до сентября, потому как мне нравится. Всего доброго. Все, пока-пока. 3 сентября. День прощания коронавируса.